столице в эти выходные проходит республиканский фестиваль «Студенческие игры БГУ». Самые умные, активные и находчивые ученики белорусских вузов собрались вместе, чтобы побороться за почетные награды. Подробности далее. Лицей БГУ в эти выходные превратился в арену интеллектуального сражения лучших умов белорусских университетов. На студенческие игры 2017 съехались участники со всей страны. В том числе откликнулись на приглашение коллективы из Гродно, Могилева и Гомеля. Планировалось и участие российских гостей, но в итоге ребята из РУДН, к сожалению, не смогли добраться до белорусской столицы. Всего же собралось примерно 40 команд, каждая сформирована из юношей и девушек не старше 24 лет. Других ограничений не было, ведь организаторы хотели собрать как можно больше ребят для полезного и увлекательного занятия. К слову, фестиваль прошел при поддержке Управления по делам культуры БГУ. Уже давно стало хорошей традицией, так сказать, в университете проводить, так сказать, именно чемпионат интеллектуальных игр. И это неспроста, вы сами понимаете, почему? Потому что БГУ является ведущим вузом, где собраны самые лучшие молодые мозги. И, естественно, в год науки, почему? Потому что именно 2017 год президент объявил у нас годом науки. Из наблюдений прошлых чемпионатов и игр я хочу сказать, что именно самая лучшая молодежь собирается для того, чтобы, так сказать, осуществлять вот такую игру. Поэтому я думаю, что это просто это необходимо. Поскольку уровень собранных участников был довольно высок, организаторы решили удивить искушенную публику разнообразием заданий, загадок и вопросов. Для успешного выступления на фестивале студентам необходимо иметь широчайший кругозор и разбираться во множестве тем. От традиционных историй и географии до, скажем, тонкостей сфер кинематографа и популярной культуры. Двухдневный турнир. Мы проводим для студентов много игр. То есть это не только классические «Что, где, когда», своя игра. У нас есть квиз на белорусском языке, у нас есть медиа-игры, когда команды должны угадывать то, что изображено на картинках, игры со словами. Вот. И это все отличает наш турнир от таких традиционных и, на мой взгляд, более скучных турниров по интеллектуальным играм. Фестиваль завершится завтра. В этот же день своих обладателей найдут призы. Кроме традиционных дипломов и медалей, победители получат книги, как специализированные для подготовки к такого рода интеллектуальным соревнованиям, так и классические художественные произведения. Но куда важнее всевозможных наград, для участников, конечно же, сам процесс распутывания хитроумных загадок и приятная компания единомышленников.